В гонках принимают участие около 40 сочинских спортсменов в возрасте до 14 лет. Соответственно, и классы яхт рассчитаны для начинающих и уже умеющих совладать с доской ребят. Самый простой – «Олимп». Для тех, кто уже катается год, «Оптимист». Те, кто уже более уверен в своих силах, соревнуются на кадетах, лазерах, луче и доске. Для детей, для наших, это очень ответственные соревнования, потому что чем лучше, выше результат, тем больше возможности войти в сборную и потом выезжать уже не только на краевые, но и всероссийские соревнования. Немаловажный фактор в парусном спорте – погода. От силы ветра и волнения моря зависит скорость судна и его маневренность. В тренировочный день условия для гонок были подходящими. Сила ветра – 3-4 метра в секунду. Организаторы надеются, что погода продержится до конца турнира и позволит яхтсменам достойно пройти стандартную олимпийскую дистанцию. У нас очень серьезный отбор в классе «Оптимист». И пересадку, значит, экипажа на этих оптимистах будем делать прямо у главного судейского судна в гонт. Значит, в день я стараюсь, ну, как минимум 3-4 гонки это будем делать. Все зависит от прогноза, но пока он нас радует. По результатам соревнований будут выявлены лучшие спортсмены в каждом классе яхт. Они отправятся представлять наш город на чемпионате и первенстве края. Турнир пройдет с 14 по 20 июля в станице Голубицкая. По его результатам будет сформирована сборная края. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.